Наденьте очки. Мы на месте. Не узнаете? Моя фамилия Брукс. Мне безразлично. Свяжите меня с посольством. Не надо начинать с банальности. Ведь вы умный человек. Свяжите меня с посольством. Читайте. Вот-вот. Здесь, ниже. Исходя из всего вышеизложенного, прошу предоставить мне политическое убежище. Узнаете подпись? Не моя. Вы слишком категоричны. Существует экспертиза. Эти уколы. Что мне вводили? Успокойтесь, успокойтесь. Уколов больше не будет. У вас было алкогольное отравление. Постарайтесь вспомнить. Вчера вечером в Майнце, в ресторане Golden Leuchter, во время празднования Фашинга. Припоминаете? О, да. Вы действительно больны. Вам надо отдохнуть. Ну, как? Пожалуй, чересчур возбудим. Вот это меня и привлекает. А у кого он стажировался в Западной Германии? У профессора Мюльмана из Хеленбергского университета. Тот очень высокого мнения о Лебедеве. Интеллект его 10-11 по 12-бальной системе. Вас не смущает, Джордж, что он биолог? Нет, не смущает. Ничуть. Наоборот, он будет нам полезен, но он сумеет ориентироваться в нужной нам области. Вы действительно отменили уколы? Да, отменил. Я хочу, чтобы он свое решение принял в ясном сознании, иначе потом... Он может нам преподнести сюрприз. Сюрприз он может преподнести и сейчас. До конца Фашинга 2 дня, исчезновение его могут заметить. За 2 дня. Я подберу к нему ключик, но... На самый крайний случай, у нас ведь существуют психиатрические клиники. Никаких уколов. Успокойтесь. Уколы вам отменили. А вот это вам придется принять. Это снотворное. Все хорошо. Постарайтесь уснуть. Thank you.
Так, случайно разговорились. Ну вот. Сегодня выглядите вы гораздо лучше. Может быть, у вас просьбы ко мне? Пожалуйста, не стесняйтесь. Галстук. Разумеется, вам вернуть его. Впрочем, не подходит по тону. Как вам угодно. Не будем играть, как говорят у вас в России, в прятки. Мы заинтересованы в вас. И надеемся на ответный интерес. Надеетесь с моей помощью совершить революцию в биологии? Рад. Рад, что вы не утеряли чувство юмора. Итак, о вашем деле. Вы в него попали не случайно. Если так приглядеться к вам повнимательнее, нетрудно догадаться, что вы в жизни как-то сам себя потеряли. Интересно. Родился я в Ленинграде, в блокаду, зимой. Был очень слаб, едва выжил. Ходить стал только в 2,5 года. Ну, тут заметили, что одна нога у меня короче другой. Блокадные рационы, все такое. В 9 лет сделали мне операцию, но совсем избавиться от хромоты я так и не смог. Маленький недостаток, а из-за него вы ушли в себя? Болезненное самолюбие какое-то нашлось? Вы целиком ушли в книги, в науку, но вряд ли вас ценили по достоинству. А вот в Западной Германии у вас стажировка пошла превосходно. Кстати, вы познакомились там с Тони Штерц.
Помните, как вас мучили сомнения, кого предпочтет фройлен Соня, вас или Виктора Чернова? Я вынужден выслушивать все, что взбредет вам в голову. Но об одном прошу настоятельно. Не лезьте в мою личную жизнь, хорошо? А у кого теперь есть личная жизнь? Личная жизнь? Я хочу вам помочь обрести себя. Чего мы хотим, это действие, непрерывного протеста против системы, в которой мы живем. Вот главная цель Социалистического союза немецких студентов. Прежде всего, надо ограничить приспособление университетов к нуждам индустрии. Это лучшее средство помешать серийному производству идиотов. Я бы мог искренне пожелать вам успеха. Но чего вы добьетесь? Когда станете отцами, ваши дети тоже будут бунтовать. Бунтовать уже против вас. Ваш левый радикализм – проявление биологической агрессивности. Он оживет себя с возрастом. А тебе сколько лет? Вы наш гость, и мы вынуждены говорить вежливо. Зря стесняетесь, я говорю то, что думаю. Молодежь обязана найти способ сотрудничать с обществом. Весь вопрос, каким обществом? Мы стали внимательно приглядываться к нашему обществу, и мы утверждаем, оно протухло. Оно испускает зловоние. Надо чаще стричься или употреблять одеколон. Вы хотите очистить общество, но приглядитесь к себе. Кого вы выбрали своими учителями? Аргентинца Че Гевару, француза Жюля Дебрея, негра Фанона, а кое-кто китайца Мао. Представляете ли вы собой единую силу, способную излечить общество? Да, у нас разные вожди, но нас волнуют одни и те же проблемы. Убийство братьев Кеннеди и Кинга возмущает нас не меньше, чем появление у нас в стране последующего Адольфа Гитлера, один из которых стрелял в нашего товарища Руди Дучки. У нас одни лозунги, широкие политические права, участие в управлении университетами, прекращение войны во Вьетнаме. Ничто так не объединило европейских и американских студентов, как протест против войны во Вьетнаме. Только русские студенты остались к ней равнодушны. Генри, милый, вы же стали студентом еще во время
Корейской войны, с тех пор учились в трех колледжах. Вам пора говорить от имени более старшего поколения. Я думаю, что вы не так наивны, как пытаетесь показать. И что именно помощь нашей страны, Вьетнаму, в том числе и оружием, сдерживает варварскую эскалацию в известных пределах. Но вы не ответили на вопрос. Это официальная точка зрения. А я бы хотел знать ваше личное мнение. 30 лет назад русские парни с оружием пошли воевать в Испанию. Как молодые американцы, немцы, французы. Вы удовлетворены ответом? Благодарю вас. Но я бы хотел задать вопрос вашему другу. Пожалуйста. Что он думает по поводу марксистской доктрины об отмирании государства при социализме? Верна ли она? Да. Исторические обстоятельства приведут к замене государства общественным самоуправлением, но только при коммунизме. Вы лично так думаете? Если нам не помешает атомная война. Отлично говорили. Хотя то, во что вы верите, конечно, несуществимо. А во что верите вы? Мой милый, иллюзии очень опасны. Именно они переведут однажды к взрыву. Практический дух, наоборот, позволяет с подволью успокаивать зверя. Мы на каждом шагу изображаем нашу преданность обществу, нашу готовность служить ему, тогда как на самом деле мы служим всему человечеству. Вы не согласны с этим? Ваш друг отлично танцует. Да и девушка тоже. Понравились мне тогда. Все ваше существо стремилось к одной цели. Завоевать Соню. И вот тогда, как и следовало ожидать, вы сказали лишнее. Что именно? Вам знаком этот журнал? Не правда ли? Замена государства общественным самоуправлением — таково требование молодых советских ученых. Этого можно достичь, если правительство не развяжет атомную войну, заявили они. Фальсификация. Пересказ несколько вольный. Но сопоставьте эту заметку с вашим исчезновением из Германии и появлением здесь. Один вопрос. Пожалуйста. Скажите, в тот день в замке Хорнберг вам не было стыдно изображать из себя ученого? Нет. Я действительно ученый. Не биолог, правда, как вы. Физик. Интересно, к какой именно области физики относится ваша нынешняя деятельность? Мой юный коллега, в последние дни войны Гитлер уже имел ракеты, которые могли стартовать с подводных лодок. Он собирался ими обстрелять Нью-Йорк и ваш Ленинград, возможно, тоже. Благодаря разведке тайны Гитлера перестали быть только его тайнами. Может быть, поэтому вы живы? Тайны Гитлера.
Тайны Гитлера попали к вам в то время, когда наши войска входили в Берлин. Ну, хорошо. Не будем больше о покойнике Гитлере. Поговорим лучше о вашем соотечественнике, профессоре Кончинском. Господин Лебедев, господин Чернов, доктор Мюльман ожидает вас в библиотеке. Чус! Чус! Могу тебя обрадовать, твой реферат опубликован в Америке. А? Видишь, я сдержал свое обещание. Гонорар через месяц. Окей. А я бы на твоем месте подождал бы с публикацией до возвращения в Ленинград. Ты серьезно? Ну так все равно, рано или поздно ты напечатали бы за границей. Ну, знаешь, сейчас не те времена, когда биологов четвертовали за низкопоклонство перед Западом. Сейчас нам всякие низкомножки поклонятся за то, что мы здесь делаем. А я не знал, что ты так самолюбив. А ты думал. Вот те два молодых бездельника, коллега, о которых я вам говорил. С вами хочет познакомиться профессор Кончинский. Ваш прославленный соотечественник. Здравствуйте, господа. Я прочитал вашу статью. Очень любопытно. Коллега Чернов тоже пишет очень интересную работу. Да? Особенно своей методологией. Приятно слышать. Я слежу за молодыми русскими биологами. Внимательно слежу. Хоть мы и принадлежим к разным поколениям. Да, кстати, господа, я приехал с предложением. Не поработать ли вам год-другой у меня в лаборатории? Я думаю, коллега не будет ревновать. У меня ведь есть о чем пошептаться с вами. И по делу, и даже без всяких дел. Лично я, профессор, с удовольствием бы принял ваше предложение, но надеюсь, вы понимаете, что это зависит не только от моего желания. Понимаю. Мне хочется одного, господа, чтобы между нами не было никаких недомолвок. Я уехал из России в 19-м году студентом, вместе с родителями. Кроме одного дела, за которое я дорого заплатил, я никогда не ввязывался в политику. Я переписывался с Николаем Ивановичем Вавиловым, с Иваном Ивановичем Шмальгаузеном, но сейчас эти имена, насколько мне известно, уважаемы в России. Не знаю, что думают на родине обо мне, но я всегда относился к своей родине. Словом так, господа, душа моя чиста перед вами, если я вас сманиваю на год к себе. Как вы думаете, ваши знакомства с Кончинским компрометируют вас? Нисколько. А его выступление в эмигрантской печати? Первый год. Есть посвежее. Приглашение работать в Западной Германии открывает перед двумя молодыми русскими учеными блестящую будущность. Ну и что? Откуда эмигрантской газете стало известно о приватной беседе? Она записана на пленке вашего магнитофона. Вполне возможно, но вы не ответили
на мой вопрос. Создается впечатление, что Кончинский сотрудничает с эмигрантами. О, да. Это будет выглядеть именно так. Зря вы к этому относитесь так легкомысленно. Кстати, вы хотите знать, что думает ваш друг Чернов о предложении Кончинского? Блестящее предложение. Стопроцентная карьера. Старик настолько известен, что после этого вас возьмут в любую лабораторию, даже в Штатах. Ну что ты, это невозможно. И потом не знаю, как Борис, а я... Ты имеешь в виду эту девчонку Соню? Из-за нее можно. Ты опять меня не так понял. А он оказался проворнее тебя, а ты опять остался с носом. Что ты болтаешь? Кого ты хочешь обмануть? Ты думаешь, я не знаю, что у вас там было? А ведь правда, есть что-то такое притягательное в том, чтобы читать чужие мысли. Да. Если на минуту забыть, что это гнусно. Да. Гнусно. Но не забывайся, в каком мире мы живем. Кругом ложь, шпионаж, предательство. Лучше читать чужие мысли, чем позволять читать свои. Вы в этом скоро убедитесь. Сегодня встречались у Мюльмина с профессором Кончинским. Милый старик, но несколько наивен, предлагает поработать год у него в лаборатории. Если и стоит этого добиваться, только ради С. Под этим таинственным С, видимо, надо понимать Соню Штерц. Теперь вы узнаете свой почерк. А помните запись от 14 февраля? Никогда не думал, что могу быть так счастлив. Это выше того, что я себе представлял. Смысл нетрудно понять. По известным причинам, вы, видимо, не были избалованы женским вниманием, но и вот 14 февраля... Ты поддаешься влияниям, но достаточно упрям. Жизнь у тебя длинная. Очень. Линия судьбы. В линии судьбы приблизительно около 30 лет появляется вторая линия, которая идет рядом и усиливает ее. Приятный сюрприз. Я рад тебя видеть, Соня. Но ты, кажется, не можешь мне ответить тем же. Угадал? Угадал. Борис, твоя девушка чудесно воспитана. Не может плюнуть человеку в лицо. Ха. Хотел сыграть в шахматы. Придется в другой раз. Чус. Чус. У тебя нет вина? Нет, нет, Соня. У меня в машине есть чинзана. Сходишь?
отец погиб мой в 44-м году. Поэтому я совершенно не помню его. А когда он умер, нам с мамой было очень трудно. И как-то мы не ели несколько дней. Я пошла на свалку. Хотела что-нибудь найти, но было уже поздно. Вот, и вдруг... женщина с ведром протянула мне две селедочные головки. Я схватила, побежала, но вдруг увидела девочку в подворотне стояла. Ну, такая же приблизительно, как я, может быть, чуть постарше. И смотрела на меня. Я протянула ей эти селедочные головки, она схватила их и крикнула мне: «Валяй!». А я не могла отойти, я стояла, смотрела на нее. Тогда она размахнулась и... Зачем я тебе рассказываю это? Я останусь у тебя сегодня. Мне сказали, что вы ничего не едите. Напрасно вы так поступаете. Вам ведь еще понадобятся силы. И еще один совет. Никогда не выдавайте своих чувств. Я уже начал самовоспитание. Прекрасно. Значит, поговорим о Соне Штерц. Не кажется ли вам, что в ее отношении к вам есть кое-что странное? Не кажется. Устал? Мама прислала письмо, приглашает нас на Fashion Minds на все 3 дня. Ты сама придумала эту поездку? А, сама. Но маме будет приятно. А как ты ей представишь меня? А мама не задает глупых вопросов. Можно я тебе задам глупый вопрос? Боря. Мы вместе. Ну, что еще нужно? Мы будем вместе еще месяц или 2. Об этом ты думаешь? Боря, ты можешь остаться здесь хотя бы на год? Нет. А я не могу поехать с тобой. У меня здесь мать, отец жил здесь. Все у меня здесь, понимаешь? Ты уедешь, я останусь. И тебе, и мне надо продолжать жить.
Или ты думаешь, мы вместе кинемся под колеса поезда? Ведь нет же. Борь, не надо никаких сложностей, никаких проблем, хорошо? Ну? Ловко вы управляетесь с этим. Так и вы сумели бы. Не хватает фантазии. Чепуха. Это очень просто. С машины можно записывать звук на расстоянии 50-70 метров, даже если вы будете говорить шепотом. Но с позволения вашей приятельницы, микрофон мог находиться у нее. Сначала Чернов, Кончинский, теперь Соня. Браво. Нет ни любви, ни дружбы. Ну-ну. Отрицать это не менее банально, чем верить в это. Ну, моя цель другая. Жизнь такова, что скорее поверить не вам. О нашей версии. Поверить любой выдумке относительно Сони. Когда вы поймете это, у вас не останется ничего другого, как сотрудничать с нами. Зря теряете время. Мы почти у цели. Остается напомнить вам вашу поездку в Майнц на празднование фашинга. Лебедев. А этот орден дается за лучший танец. Приветствует на фашинге. Hello. А потом целуется. Вы, наверное, не поймете меня, но я всегда была против славистики. Соня упряма. Вся в отца. Захотела читать Достоевского в оригинале. Мама оседлала своего любимого конька. Я действительно не понимаю, фрау Мария, почему вы так настроены против славистики? Английский, итальянский и японский дают хорошо оплачиваемую работу в крупных фирмах. А славистика... Что? Что с тобой? Мам, я 100 раз тебе говорила, что я не хочу работать. Ни в каких крупных фирмах.
Жизнь суровее, чем тебе хотелось бы, Соня. У вас в России есть похожий праздник? Масленица. А, да. Раньше катались на тройках с бубенцами. Сжигали чучело зимы. Пекли блины. Борис, я хочу спросить. А что у вас... Мам. С ногой? Родился я в Ленинграде, в блокаду. Зимой. Ты несправедлива к нему, мама. Мы относимся друг к другу очень серьезно. Возможно, он прекрасный человек, но он из России. Все повторяется, Соня. Все. Твой отец был немец, но сколько ему пришлось пережить из-за того, что я чешка. Может быть, он останется в Германии еще на год. Вы пригласили работать в одну крупную лабораторию. Он обещал мне. Вы действительно обещали ей? Да нет. Но нет. Как вы докажете это? Как объясните то, что случилось позавчера в ресторане Golden Elixir? Ну, Соня много выпила. Только этим. Но никто всерьез этому не поверит. Мне праздник. Не надо хоть сегодня никаких проблем, прошу тебя. Не надо пить, Соня, больше. Оставь меня в покое. Я взрослый человек. Что мне надо делать, и что не надо делать, я знаю сама. Ты ничем не хочешь поступиться ради меня. Соня, комит. Поп. Thank you.
Ты еще откуда здесь взялся? Так же, как и вы, приехал праздновать Розенмонтаг туда, где больше всего пьют вина. Сонечка, дурочка, ты позволишь? Что поделаешь, дурачок, сиди. Выпьем? Выпьем. А то здесь я от тоски умираю. С удовольствием, мои милые дурачки. Тройка. Что это за тип? Предлагает героин. Слушай, кстати, может быть, тебя попробовать, а? Настоящий мужчина должен познать все, верно, Соня? Чему ты смеешься? Судя по твоей шевелюре, да. Дурак ты, дурак. Девчонке стоит остаться. Ты о чем? Не прикидывайся дураком. Я все знаю. Через 12 часов вы уже были здесь. Теперь вы сами можете трезво оценить всю ситуацию. Вы постоянно были связаны с Генри Орланом. Орлан хорошо известен международной полиции как спекулянт наркотиками. На дискуссии вы нелояльно высказались о своей стране. Эмигрант Кончинский предложил вам остаться в Германии. К тому же вас подстрекала некая Соня Штерц. В Майнсе
В ресторане во время празднования фашинга вы устроили пьяный дебош, попали в полицию, испугались последствий. Естественно, обратились к нам с просьбой предоставить вам политическое убежище. Вот как все это будет выглядеть. Я хочу вам помочь обрести себя, стать сильней, уверенней. Управляет жизнью, а не быть роботом среди тысяч других. И каждый это сумеет, а вот вы можете теперь, с моей помощью. Но если вы откажетесь, ваша жизнь и научная карьера все равно будут загублены. Подозрение. Косые взгляды за спиной. Так и останетесь неудачником. Ну, а к тому же, вы ведь ее очень любите. И так ли? И вряд ли вы захотите, чтобы и ее судьба была испорчена. Я должен вам сказать, что западно-германская разведка за вами следила весьма основательно. Вплоть до съемок в темноте, в инфракрасных лучах. Я сам осуждаю подобные методы. Готов сделать все, чтобы эти пленки были уничтожены. Сами понимаете. Для этого необходимо, чтобы... Я хочу видеть эти пленки. Не надо. Хорошо. Останусь у тебя сегодня. Стоп! Я согласен. Рад. Уверен, что вы никогда об этом не пожалеете. Хотя я понимаю, как вам было тяжело. Хватит.
ваши условия. Взгляните в иллюминатор. Ну, не правда ли? Величественное зрелище. Именно здесь, в океане, таится спасение человечества от минерального голода и жажды. Ведь уже в ближайшие 100 лет на материках уже будет чувствоваться нехватка угля, нефти, железа и даже пресной воды. Но, конечно, не только этим объясняется повышенный интерес к океану. Есть и другая причина. Атомные подводные лодки в последние годы стали мощной ударной силой морских держав. Возможность погружаться под воду на длительные сроки, высокая маневренность – все это делает их первоклассным стратегическим оружием. Арктика – один из уникальных районов боевых действий подводных лодок. Пробивая рубкой лед, атомная субмарина всплывает на Северном полюсе. Электронная техника позволяет с большой точностью осуществить наводку на цель. Ракетный удар из-под воды практически может быть нанесен в любую точку северного полушария. Все это очень интересно, только я не понимаю, какое это имеет отношение ко мне. Вам предстоит слегка изменить профессию. То есть? Займетесь морем. Точнее, морской микробиологией. Вы что, думаете, это так просто? Нет, вы получите от нас научные материалы, выдайте их в Ленинграде за свои собственные. Это поможет вам внедриться в интересующий нас институт. И что я должен буду делать в этом институте? Не торопитесь, коллега. Сначала вам предстоит закрепиться на новом месте. Заслужить у нас полное доверие. Я пока вынужден быть с вами очень осторожен, ведь такова моя профессия. Скажите, а вы не жалеете о своей прежней профессии, о физике? А вы думаете, что я не отдаю отчета в том, чем занимаюсь? И моя... И ваши страны накапливают гигантский военный потенциал. Только равновесие сил удерживает мир от катастрофы. Когда одна страна опережает другую в военной технике, только мы, разведчики, технократы, способны незаметно восстановить гармонию. Разве это не великая цель? Не разделяю ваших восторгов. Шпионаж. Грязная работа. Я вынужден на вас работать, но лично для меня наука и шпионаж никогда в жизни не будут совместимы. Вы скажете, что наука нынче сама работает на войну. Но это избитая фраза, не Эйнштейн. Другие сделали его теорию атомной бомбы. Да, я когда-то раньше рассуждал именно так, как вы. Но время избавило меня от иллюзий. А я предпочитаю жить с иллюзиями. Праздник в Майнце? Лучше не придумаешь. Видно по тебе. Зря там времени терял. Чус. Чус.
Алло. Борь. Борь, что случилось? Все обошлось. Ты меня слышишь? За нами обоими следят. Нам лучше не встречаться. Борис. Борис, милый, что произошло? Почему ты молчишь? Борь. Изучаешь океанологи. Не знал, что у тебя такие обширные научные интересы. Мы давно не виделись, и я чертовски соскучился по тебе. Может, сыграем одну маленькую партию? Блицкрик, а? Извини, я занят. Постой-ка. Прощальную партию нам все же придется сыграть. Об этом просил доктор Брукс. Думать не придется. Все продумано за нас. Взятие пешки, твои материалы получены. Рокировка в длинную сторону, 3-0. Необходима личная встреча. Неплохо придумано, а? Да, это придумано очень хорошо. Ну, вот, господа, кончился год нашей совместной работы. Я с грустью и вместе с тем с радостью, если можно так выразиться, встречаю нашу предстоящую разлуку. Господа, давайте выпьем за биологию, за нашу науку, которую я считаю священной. Ибо, по моему глубокому убеждению, нет более гуманной науки, чем биология. Я знаю, с тобой что-то случилось. Ты, наверное, винишь меня. Я мучилась этим все это время, пока мы с тобой не виделись. Нет, Соня, ты не виновата. Тогда что же? Ты не знаешь.
мы не могли встречаться. Это обернулось бы против тебя, а я должен знать, что у тебя все хорошо. Что тебе ничто не угрожает. Сейчас я должен уехать. Пока это единственный выход. Я не могу без тебя, Борис. Может быть, все еще будет хорошо. Простите, пожалуйста. Если не ошибаюсь, мистер Лебедев. Да. Очень приятно, доктор Карсон. Ладно, Борис, потом поговорим. Прошу. Я привез вам привет и маленький подарок от доктора Мюльмана. Вы встретились с ним в Гаге, на конгрессе. Я могу привезти вам подарок завтра, скажем, после 8 вечера. Стараюсь вернуться к концу спектакля. Извините. Прошу вас. Спасибо. Может быть, выпьете стакан чая, профессор, или кофе? Прошу. Я сейчас один хозяйничаю. Моя мама на даче. Большое спасибо. Я ненадолго, вы знаете. У туриста все по минутам. Меня просили передать вам эти скромные подарки. За книгу спасибо. О, это право лишнее. Странно, что доктор Мюльман прислал мне книгу по океанологии. Мюльман? Впервые слышу это имя. Но разве вчера вы не упоминали его? Нет, я говорил о докторе Бруксе. Тут вышло какое-то недоразумение. Вы меня с кем-то спутали, я не знаю никакого доктора Брукса. Брукс просил меня передать вам, Алекс, что у вас испытание кончилось, пора приступить к серьезной работе. Этот пакет спрячьте вы пока у себя. Его надо будет передать одному из наших советских друзей, который сам не может встречаться с иностранцами. Где и когда передать, мы сообщим вам дополнительно. В обложке книги за выпрессованные деньги на 341 странице тайнопись с новыми заданиями.
Борис Петрович. К открытию вы должны быть в Эрмитаже. Да. В зале Родена. Нет, к вам подойдут. Восхитительно, не правда ли? Спуститесь в комнату для курения. Наш друг заболел. Где пакет? Простите, вы потеряли. Спасибо. Спокойнее. Спокойнее. Ваши материалы прежние получили неплохую оценку и кое в чем практически нам помогли. Вы познакомились с новой инструкцией? Я ухожу в экспедицию в Баренцево море через месяц. Хорошо, я передам это доктору Бруксу. Мы найдем способ тщательно вас проинструктировать. Когда? Где? Вы не беспокойтесь. Мы найдем возможность. Готовьтесь. Борис, держи пробы. Ага. Место встречи с доктором Бруксом. Градусов северной широты. Восточной долготы.
Машина на стоп. Есть машина на стоп. Машина на стопе. Вадим Дмитриевич, пойду проверю буй. Хорошо, рацию взял? Угу. Катер с левого борта на воду. Изменились. Море пошло вам на пользу, коллега. Рад вас видеть. Я тоже. Надеюсь, ваша лодка ушла достаточно далеко. Ее могут засечь локаторы с Персея. Да, я знаю. Они вернутся за мной через 2 часа. Нам надо обстоятельно поговорить. Звук. Вот проблема номер один. Радиоволны, с помощью которых мы легко находим цель в эфире, не могут распространяться под водой. Только с помощью звука мы можем обнаруживать субмарины противника. Но для этого нам необходимо знать все, что влияет на характер и скорость звука. Температура и соленость воды, холодные и теплые течения, рельеф дна, даже наличие микроорганизмов. Постепенно, с нашей помощью, вы начнете ориентироваться в этих проблемах. Вот ваше задание. Дополнение к тому, о чем мы говорили раньше. Это гораздо серьезнее того, чем вы занимались до сих пор. Начинается новая, настоящая работа. За мной уже возвращаются. Видимо, обстановка изменилась. Ну что же, пора прощаться. Желаю успеха, коллега. До встречи, мистер Брукс. Задраем верхний рубочный люк. Срочное погружение. Садитесь, господин Брукс. Садитесь, поговорим.
Ну, я надеюсь, вы отлично понимаете, что с вами произошло. И не нуждаетесь в утешении, ведь правда? Ваше имя мне хорошо знакомо еще с 45-го года. Вы тогда были сотрудником миссии Алсус и искали в Германии атомные секреты Гитлера. Я был просто армейским разведчиком. А потом уже позднее гораздо мне ваше имя попадалось в связи с ракетными делами. Ну, а сейчас мы с вами встретились в океане. Да, господин Брукс. Оба мы с вами далеко уже не юноши. Да. Узнаете подпись? Не моя. Вы агент советской разведки? Нет. Своей научной деятельности занимался еще? Нет. Борис Петрович только ученый. Да, только. Незадолго до Фашинга нам стало известно, что против Лебедева готовится провокация. За несколько дней до праздника мы сумели предупредить Бориса Петровича об опасности. И решили, что нет необходимости прерывать его научную командировку. Но вот одного мы, к сожалению, не могли предположить, что вы пойдете на грубое похищение, насилие. Когда в Ленинграде появился ваш связной доктор Карсон, и стало ясно, что у вас далеко идущие планы, нам не оставалось ничего иного, как сделать ответный ход. Вот вся роль Борис Петровича в этом деле. Угу. Да, кстати, он о вас высокого мнения. Благодарю. Я не писала тебе долго. Необходимо было время, чтобы я до конца поняла, как мне трудно без тебя. Я хочу тебя увидеть, пусть хоть ненадолго. Я приеду к тебе. Не знаю, когда это станет возможным, ведь нужны силы, чтобы осуществить это. У нас теперь Рождество. Когда я возвращалась из университета в Майнц, повсюду в городках уже вертелись ярмарочные карусели. Но улицы были пустынны, и для меня словно все остановилось. Я рад, что ты решила приехать. Я понимаю, это сложно. Может быть, как никто другой, я знаю, в каком трудном мире мы живем. Но я знаю, что из этой невероятной сложности мы должны извлекать самые простые и добрые истины. У меня сейчас много работы. Это поможет мне ждать.